Юль, вот помнишь, как мы сегодня на русском языке работали со словарем? Ага, я, кстати, 5 получила, это же легко. Именно. Вот мне запомнилось одно интересное слово – квартирник. Это не официальный концерт «Литературный вечер». Подожди, подожди. Квартирник – это домашний концерт, который создает особую атмосферу уюта между музыкантами и слушателями. Ага, такое мероприятие прошло в минувшую субботу. Такого у нас еще не было. Свидание зрителей с музыкой, непосредственный контакт и прямое живое общение выступающего со слушателем. Все это прошло на квартирнике. Темой вечера стали голоса нашего времени. Квартирник посвятили творчеству исполнителей, поэтов и композиторов 20 века, оказавших большое влияние не на одно поколение людей. Организаторы постарались создать уютную атмосферу, расставили диваны, на полу расстелили мягкие ковры, для всех желающих был накрыт чайный стол со сладкими и вкусными угощениями. Зачастую такое времяпровождение – это уютные посиделки в небольшой комнате, забитой до предела людьми и музыкальными инструментами, причем со специфическим набором зрителей, про которых можно сказать – все свои. Организаторы, педагоги и учащиеся Леневской детской школы искусств исполняли произведения выдающихся поэтов и композиторов. Звучали песни Виктора Цоя, Евгения Евтушенко, Александры Пахмутовой, Максима Дунаевского и Евгения Крылатова. Планета над нашей родиной дым, а значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не повторим, одна на всех, мы за ценой не повторим. Нас ждет огонь смертельный, и все. Сомнения прочь будет в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. По словам Александры Гетманской, мероприятие родилось спонтанно. В первую очередь хотели придумать такую форму с целью объединить и детей, и преподавателей, и семью. Формат мы уже опробовали. Мы проводили первое наше мероприятие. Оно было чуть более закрытое. Хотели попробовать, как люди воспримут, как дети воспримут, чтобы объединить наше поколение. Потому что в целом цель нашего мероприятия – это именно объединение поколений. Мы подбираем такие темы, такой репертуар, который будет интересен и молодежи, и взрослому поколению. На протяжении всего субботнего вечера царила душевная атмосфера. Все гости знакомились, общались и делали красивые фотографии. Постоянные участники и их друзья зарядились силами для новой недели. Такой вечер прошел второй раз, и это не предел. Квартирники – это удивительная вещь, говорят Вера и Соня. Вряд ли можно найти явление, подобное этому. Здесь ты оказываешься не просто рядом с музыкантами, а буквально вместе с ними творишь музыку, даже если петь и играть не умеешь. Мне нравится вот эта вся уют, комфорт, когда просто слушаешь, можешь даже попеть сама, выйти на концерт, на сцену. Ну, все нравится. 10 из 10. Мне нравится вот тоже вот уютно очень, то, что вот можно в любой момент пойти попить чаю, если хочется. Поешь под гитару со своими друзьями. Иногда выступаешь сам с активом, например. Вот. Иногда можешь позвать с собой друга, с которым интересно.
На этом мероприятии было очень тепло, легко и душевно, словно в кругу семьи. Милые лица, хорошее настроение, гитара и кружка горячего чая. Разве можно отказаться от такого уюта и теплой дружеской атмосферы? Это уникальное мероприятие объединило два поколения. Все почувствовали себя в теплой дружеской атмосфере. Я думаю, что это очень здорово сближает поколение взрослое и молодежь. И судя по тому, что данный формат проведения творческих мероприятий ленивцам понравился, он не станет последним.